36-летняя модель проводит карантин с семьей в Дубае. Виктория Лопырева рассказала о сложностях жизни в ОАЭ. Звезда заявила, что уже месяц находится на самоизоляции с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Леонелем. Мисс Россия 2003 заверила, что это было совместное решение. Виктория призналась, что иногда тяжело находиться всем вместе 24 часа в сутки, поскольку у каждого свой характер. Замкнутое пространство, безусловно, усложняет совместное существование. От меня часто можно услышать фразу «Вы нарушаете мои личные границы», потому они у меня очень большие и мои близкие об этом знают. Но как быть тем, кто не может найти компромисс? Ведь даже он не является решением, так как компромисс – это уступки, а значит нет удовлетворения на 100%, отметила Лопырева. Модель опубликовала фото в черном платье с блестками, смелым декольте и глубоким вырезом на бедре. Она заявила, что у нее с близкими за это время не было глобальных конфликтов. Они стараются обсуждать возникшие вопросы и искать пути решения. Личные границы – это про качественный и глубокий контакт. Насколько вам удается заботиться не только о своем личном пространстве, но и о территории партнера. Соблюдение границ необходимо для личного комфорта и для сохранения и процветания нашей женской энергии, заявила звезда. По словам Виктории, многие хотят доверительных отношений, но не знают, как прийти к пониманию партнера. Телеведущая посоветовала не терпеть и не увиливать от неприятных разговоров. В этом случае неудовлетворенность только копится. Виктория также обнародовала фото в беседке их виллы в ОАЭ. Она дала свои рекомендации, как не развестись после завершения карантина, или, наоборот, принять решение и не мучить друг друга. Модель привела китайскую статистику, согласно которой количество разводов в стране выросло во время изоляции. Многие конфликты можно предотвратить, просто понимая, что каждый из нас использует присущий себе стиль общения. Каждый из нас демонстрирует коктейль из четырех стилей – прямой, энергичный, деликатный и методичный, отметила Лопырева. По словам Виктории, прямого мало интересует чувства других, он за результат любым эффективным способом. Он уверенно общается, прямо смотря в глаза, твердо пожимая руку при приветствии. Это прирожденный руководитель. Методичные – отличные финансисты, деликатные – HR-специалисты, энергичные – продавцы. Модель заметила, что прямые и методичные не любят обнимашки, тогда как энергичные и деликатные – наоборот. Энергичных могут раздражать методичные, которые монотонно что-то докладывают, абсолютно неинтересно оперируя фактами и цифрами. Причем методичные, упертые в своем мнении, их может убедить только проверенная информация, а не небылицы энергичного. Деликатный много сопереживает другим, ему можно поплакаться в жилетку, он будет избегать конфликтов и жертвовать собой ради других, рассказала Виктория. Модель подчеркнула, что когда вас что-то напрягает в общении с человеком, то это не его отношение к вам, а его стиль общения. Ранее Виктория показала нежные кадры с мужем и сыном, заявив о лучших месяцах в своей жизни. Она рассказала, какие ее качества привлекли к ней Игоря Булатова. Лопырева спасается от депрессии из-за коронавируса с помощью мантр и медитаций.